В зале заседания администрации города сегодня награждают всех, кто строил новый детский сад в Подрезкове. В условиях пандемии сдать объект к назначенному сроку было сложно. Несмотря на пандемию, мы уже выполнили объект, закрыли его. Из оборудования это комплектация полностью пищеблока, оборудование для кухни, чтобы детки кушали, вот, повара работали, собственно говоря. Основной это пищеблок. Детская мебель, стульчики, кроватки, шкафчики, в общем, полностью комплектовали эту часть. Все готово, и дети уже ходят в детский сад. Проект был особенно важен, ведь из года в год число дошкольников в микрорайоне растет. Мы в очередной раз дружной командой преодолели все трудности. Этот проект социальный, он очень важен для микрорайона Подрезкова. Я от всех жителей микрорайона благодарю всех за активное участие и очень надеюсь, что наша дружная команда администрации будет выполнять такие проекты, только уже без стрессов, без напряжений, а в плановом режиме. Особенно последний месяц все работали в супернапряженном режиме, это же понятно, что без выходных. Вот. Но тем не менее, мы сдали, мы подготовили хороший, красивый объект. Новый детский сад рассчитан на 125 детей.